Атмосфера тепла и доброты в зале, душевные пожелания. Среди гостей те, кому принято сочувствовать, однако они восхищают своей стойкостью и жизнелюбием. Многофункциональный социальный комплекс «Восход» распахнул свои двери, чтобы отметить важную дату – Международный день людей с ограниченными возможностями здоровья. Этот праздник направлен на привлечение внимания общественности к проблемам людей с ограниченными возможностями, их защиту, их прав и достоинств. Это возможность обратить внимание на проблемы людей, волею судьбы, имеющих слабое здоровье, помочь поддержать их. Гостям мероприятия артисты подарили самые позитивные эмоции. Тут и там участников события, сотрудники администрации, общественные деятели. Присутствующим обратился муниципальный депутат Руслан Шаипов. Сегодня мы выражаем свое уважение тем, кто, невзирая на все сложности, остается сильным, продолжает достойно жить и добиваться успехов. Безусловно, все люди в нашей стране должны иметь равные возможности получать уважение и поддержку. Торжественная часть концерта – вручение благодарственных писем. И это не праздничная дата, а напоминание всем нам о том, что среди нас находятся люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. И наш долг – помогать им и словом, и делом, и, конечно же, оказывать им внимание и заботу. При поддержке нашего президента Владимира Владимировича Путина в городском округе Химки реализуются различные меры социальной поддержки. От финансовых выплат до возможности получить дополнительное образование. Концерт прошел по инициативе партии «Единая Россия» в рамках проекта «Культура малой родины». Подобные мероприятия в Химках проходят регулярно. Также в городском округе реализуют проект «Единая страна. Доступная среда». Он дает возможность людям с инвалидностью принимать участие в общественной жизни города. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.